Официальная Москва утвердила список военной техники, которая будет передана Кыргызстану и Таджикистану для укрепления границ. Россия поставит союзникам вооружение на 1,3 миллиарда долларов. Странам будет оказана военная помощь в виде авиатехники, артиллерийских установок, зенитных ракетных комплексов, стрелкового оружия и средств связи. Кроме того, военные хотят расширить программу бесплатной подготовки таджикских военнослужащих в российских военных вузах. Осталось меньше года до вывода войск НАТО из Афганистана. Для стран Центральной Азии радужным это событие не назовешь. Афганистан уже четвертый десяток лет остается главным производителем героина на земле. Трафик наркотиков и бандформирование – вот главная опасность для Кыргызстана и Таджикистана. Впрочем, наркопути известны давно. Из этих двух республик зелье, несомненно, попадет и в Казахстан, и в Россию, а дальше уже во все страны Содружества. Не допустить подобного сценария решили на недавнем саммите ОДКБ. Кыргызстан и Таджикистан в спешном порядке усиливают свои границы. Официальный Душанбе уже открыл 5 специализированных погранзастав, на одной из которых побывала наша съемочная группа. Горы, глушь и ни души вокруг. До недавнего времени так выглядела таджикско-афганская граница. Южный сосед Таджикистана сегодня один из самых нестабильных партнеров. Ситуацию осложняет не самый простой рельеф. Почти 1300 километров границы простирается по горным хребтам. Очень сложный горный рельеф, очень большое количество лесов, не равнинных, а горных мест, и высокогорных, которые очень сложно охранять, особенно в зимний период. Сегодня военные в спешном порядке укрепляют свои границы, открывают новые крупные погранзаставы, а между ними оборудуют посты поменьше. Солдатам приходится непросто, ведь между точками практически нет дорог. Но бойцы постоянно на страже и смогут в любой момент отбить атаку. В летний период на этих направлениях, на перевалах, обычно выставляются дополнительные посты. И это послужит тому, что будет опять уплотнена защита, охрана государственной границы именно на таджикско-афганском направлении. Новые крупные погранзаставы могут снять нагрузку с постов поменьше. Добраться до соседнего кордона станет гораздо легче. А значит, военные смогут вовремя среагировать на угрозу. За последние месяцы на таджикско-афганской границе в строй были введены 4 новых заставы. В ближайшее время будет построена 5-я, а в течение года еще 3. В общем, 8 новых погранзастав на участке таджикско-афганской границы. С выводом войск НАТО из Афганистана ситуация на границе может стать нестабильной. Ясно и другое, помимо наркотрафика в Таджикистан и другие страны региона могут хлынуть толпы экстремистов. Совет коллективной безопасности ОДКБ буквально недавно принял решение оказать военно-техническую помощь пограничным войскам Таджикистана для укрепления таджикско-афганского участка границы. В республике постараются максимально повысить боеспособность погранзастав. В будущем сюда поступит новейшее вооружение, средства связи и спецтехника. Не забывают и о подготовке самих военнослужащих. Ну, каждый год пограничники повышают свою квалификацию, проводят такие учения для того, чтобы проверить эффективность работы именно, то есть службы именно на этом направлении. Важность строительства новых погранзастав отметил и президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Мы верим в ваш профессионализм, вашу готовность следовать присяге, данной своей родине. В свою очередь, руководство и правительство страны и впредь будет принимать все меры по повышению профессионализма пограничников, улучшению их служебных и социально-бытовых условий. Именно от действий пограничников сейчас зависит спокойствие народа Таджикистана. Возможно, что в будущем обстановка в регионе будет только накаляться. Сохранить стабильность в стране – вот главная задача военных. Анушер Вонарипов, Бахтиёр Юсупов, программа «Союзники», Таджикистан.